Зачем делать такую плитку? Как бы не улететь с ним. Как думаешь, сколько мы уже потратили денег? Чёртов прилюк. Сегодня воскресенье, и у нас сегодня активный отдых с Амиром. Где-то там. Мы, короче, решили провести эксперимент. Я недавно Рафису говорил, там вот будет ссылочка на видео, что Яндекс.Такси очень дорого стоит сейчас. Ты говоришь, такси дорогое, да, становится? Да, становится дорогое. Поначалу, когда Яндекс только зашел, то цены были прям совсем маленькие. Нужно было за 50 рублей куда-то доехать. А сейчас уже... Ну, давай посмотрим, сколько сейчас будет выезжать. Яндекс, допустим, до моей работы, да? Километр ехать. Километр 120. Эконом 123, комфорт 74 рубля. И у нас появилось вот такое развлечение в городе. И мы сейчас посмотрим, за сколько мы сможем доехать. И будет ли дешевле это на Яндекс.Такси или дороже. Сейчас возьмем мы аренду один из самокатов. Сначала нужно отсканировать вот этот QR-код. Так, есть ссылка. Скачиваем приложение. Ага. Теперь нужно войти, ввести свой номер телефона. Тебе придет смс-ка, добавить свою банковскую карту. Все, она выбрана. Теперь нужно перейти на главное меню и нажать «Начать поездку». Так, мы сканируем код. Теперь ты его забронировал и выбираешь «Начать поездку». Короче, 6 рублей стоит минута от поездки. А, тут есть еще варианты, да? За час, типа, сразу. 2 километра 200 метров. Показывает эконом 65. Вот он. Комфорт 91. Ну, посмотрим, сколько мы, за сколько мы доедем. Поехали. Блин, какая плитка ужасная. Я клянусь, не слышите это? Зачем делать такую плитку? Сегодня я на нормальной дороге разгонялся до 21 километра. Сейчас я тут максимум по этой плитке еду 15. Можно, конечно, быстрее, но клянусь, какие-то мои внутренности взбивают внутри. Этому городу точно нужны велодорожки. О, нормальный асфальт, который сейчас закончится. Ибра, салам, как дела? Давай, Ибра. Как думаешь, сколько мы уже потратили денег? Я думаю, рублей 30 мы потратили. Мы 5 минут, наверное, едем. О, вот эти классно сделали вообще, блин. Оп-оп, запрыгнули. Ну и сейчас мы разгонимся, я думаю, конкретно, потому что это белый дом. Тут нормальная плитка. Да. Ну, я максимум выжил, 20 у меня. У Амира спортивный режим, он едет быстрее. А, кстати, как спортивный включить, или они автоматом не включаются? Значит, что ты хорошо водишь. Ну, почти мы на зеленый попали, 12 секунд. Блин, не хочется нарушать. 6, 5, 4, 3, 2, 1, есть. Мы поехали, мы попали на зеленый. Там парковка возле фонтана, где надпись «Нальчик». И, короче, у нас вышло 84 рубля, 15 минут мы ехали, но пару минут я болтал, наверное, поэтому мы пару минут не зачтем, того получается 72 рубля. Ну, в принципе, по цене Яндекса, но Яндекс ведь бывает разный. Вот, допустим, сейчас Яндекс, мы посмотрим сколько, 39 рублей Яндекс когда столько стоил. Ну чё, наш эксперимент завершён, за 84 рубля мы доехали до сюда. Я теперь понимаю, почему Сабина, моя дочка, очень любит кататься на самокате. Яндекс сегодня выиграл. Но надо нам это проверить будет в будний день. Когда мы проводили эксперимент, у нас получилось так, что
люди были на дороге, была плохая дорога, сейчас мы выбрали нормальную дорогу, и сейчас попробуем проехать 2 километра 200 метров и посмотрим, за сколько это возможно. По расчетам, если этот самокат едет 20 километров в час, то приблизительно на это время у нас уйдет где-то 6-7 минут. Вот. А в рублях это получится 40 рублей. Сейчас вот мы и попробуем это сделать. Вот и наша конечная точка. У нас получилось, сейчас я скажу, 2 километра 800 метров за 9 минут мы проехали. Мне кажется, это очень хороший результат. Сейчас мы посмотрим, сколько бы нам это стоило. По сути, нам бы сейчас обошлось это в 56 рублей. Такая поездка. На Яндексе мы бы доехали отсюда за 64 рубля, либо на комфорте за 160. То есть мы сделали Яндекс в этот раз.